На конкурс дети читают стихи. Мария Шацких, 8 лет, город Задонск. Это страшное слово война. Автор Мария Шацких. Это страшное слово война. Сколько судеб она загубила, искалечила детство она. Дверь к счастью детишек закрыла. Что вы видели в годы войны? Счастьем было уснуть и проснуться, не замерзнуть, не встретить волны от снарядов, что землю коснутся. Ни конфет, ни игрушек, ни пап, все с собою она прихватила. Горы слез из-за вражеских лап. Нет, не рук. Это не люди были. Не забудем, ведь память жива, как спасали нас всех ветераны. Это страшное слово – война. Не залечишь никак эти раны.